Здравствуйте, Игорь. За вас. Вот и Игорь. За тебя, папа. Юрий Ильич, вот видишь, все пришли с женами, а не поодиночке. Значит, я что-то напутал. Друзья, сегодня особенный день. 20 лет назад появился наш банк. Были очень непростые времена, но он выстоял, вырос и занял почетное место в списке доходности. Я благодарю всех вас, всех, кто был с нами все эти годы, кто поверил в нас. Мы с вами вместе. Работаем дальше. Это и твой праздник. А пока. Пойдем, поздравим твою шефа. Поздравляю. Спасибо. Милеем вас. Спасибо. Спасибо. Не надо. К нему сейчас не пробиться. А мы пробьемся. Пойдем, пойдем. Все-таки такой день. Еще обидеться. Искренне. Я тоже рад. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. С годовщиной. Юрий Ильич, благодарю вас. Отличная речь. Коротко и лаконично. Я бы, в свою очередь, тоже хотела вас поздравить. Уверена, что нас всех ждет богатое и счастливое будущее. Да, да, конечно. Кстати, Юрий Ильич, я хотела бы поговорить с вами насчет кредита. Анна Сергеевна, да вы не волнуйтесь, я помню о вас. Давайте о делах потом. Позвоните мне в понедельник. Я буду... в вашем полном распоряжении. Договорились? Спасибо, что пришли. Приятно вас видеть. Ну вот это переживал. Никто от нас не отвернулся. Я же говорила, что все будет хорошо. Ну что же, я рада вас видеть. Аня, я знаю, что вы больше не ведете свое шоу. Без вас оно будет совершенно неинтересно. Мне очень жаль. В порядке? Да, здесь просто немного душно. Подожди, я вернусь через минуту. Извините. Девочки. Старик, я, конечно, на твоей стороне, но... может быть, и бы лучше не приходила. Обалдела, когда ее увидела. С такой болезнью надо дома сидеть, а она? Игорь Вадимовича жалко. Классный мужик. Интересно, а он с ней спит? А? Как думаешь? Люди эти.
Раньше они за автографами ко мне выстраивались, а теперь... И Валентина это... Сучка. Аня. Она просто хотела тебя поддержать. Они все знают про мою болезнь. Все. И все о ней говорят. Они в лицо улыбаются, а за спиной... Ну и пусть. Нам какое дело до них? Не обращай внимания. Да, ты прав. Прав, прости. Что-то нервы сдали. Вот уже лучше. Эх ты, плакса-вакса. Вот опять. С такими нервами надо что-то делать. О, помнишь, о Ганиной хорошо отзывались. Ну, тот психолог, который со всей элитой работает. А почему вы решили, что от вас все отвернулись? Молчит. Раньше я на звонки не успевала отвечать. А сейчас... Сама, если я звоню куда-нибудь, например... В банк, мужу на работу, начальнику. Все время одно и то же. Юрий Ильич занят, перезвоните завтра. Я что, дура? Я же понимаю, что стала никому не нужна. А ваши близкие? Сестра, муж? Они ведь от вас не отвернулись. Семья – это главная ценность в жизни. Только с ними вы не будете чувствовать себя одинокой. Да. Но я все равно буду больна. Как с этим жить? Постараться принять болезнь. Разве это возможно? Возможно. Раз нельзя изменить ситуацию, изменитесь сами. У вас получится, я уверена. Вы же сильная. И мужа своего поддержите. Игоря? А вы не задумывались о том, что ему сейчас тоже очень нелегко? Почему ты трубку не берешь? Сам не звонишь. Я вся извелась. На работе сказали, взял отгул. Хотела Анне звонить, потом решила сама приехать. Как ты? По-разному. Я тут наготовила тебе. Небось, голодный ходишь. Мам, ну не нужно было. Угу, не нужно. Нужно, нужно. Открой салатик. Ешь. Тепленько еще. Сейчас тарелку дам. Аня скоро придет?
Не знаю. У нас сейчас у психолога. Бедная девочка. Эти писаки ей травлю настоящую устроили. Мам, перестань. Нормальные люди на эти сплетни внимания не обращают. Да-да. Я с женой Владимира Ивановича поссорилась. Она сказала, что наша Аня тебе изменяла. Я попросила ее больше мне не звонить. А Аня... Нужно в суд подать на этих писак за клевету. Мама. Я хочу, чтобы ты знал. Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Сыночек мой, ты же у меня единственный. Ужас какой, что же нам делать? Мам. Мам, успокойся, пожалуйста, не плачь, пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, что-то я расклеилась. Все, все. Пойду. Мам, спасибо, что заехал. Валентина? Игорь! Игорь, ты дома? Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Игорь, привет. Я дома, готовлю ужин. Приходи скорее, будет сюрприз. Я люблю тебя. Еще виски? Наливай. Держи. Не сладко тебе. Но ты молодец. Хорошо держишься. Стараюсь. Только вот дома находиться не могу. Одеться некуда. И не жалуюсь, ты не подумай. Просто иногда накатывает. Тяжело. Маму жалко. Аню жалко. Всех жалко. Ну, ты же не виноват, что она заболела. Знаешь, что больше всего бесит? Бессилие. Я ведь ничем ей помочь не могу. И что делать, не знаю. Уже так напился, дурак, а? Думаю, и так топор войны висит, а я в таком виде, а?
Стоишь? Да. Слушай, поехали ко мне. Ванна, кофе. Быстро протрезвеешь, потом мой водитель тебя домой отвезет. Поехали. Садитесь, пожалуйста. Давай, садись в машину. Садись. Иди сюда. Заходи. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Проходи. Вот так. Может, кофе? Ну что ты? Ну что ты так расстроился? Ну не надо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мой милый. Мой хороший. Мой самый лучший. Самый лучший. Только не надо врать. Прости меня, я так получилось, я просто выпил. Не прикасайся ко мне. Ты… Что? Ты… Что ты? Что ты делаешь из меня монстра? Как будто я один во всем виноват. Ты у нас святая мученица, а я дерьмо собачье! Хватит. Хватит спекулировать своей болезнью. Что? Что ты сказал? Что слышала? Я ухожу. Меня здесь не будет больше.
На Маяков. Садитесь. Я поживу у тебя пару дней. Ну, не вопрос. Ничего. Сейчас позавтракаешь, сразу легче станет. Сытый желудок, я тебе скажу, гасит эмоции. Он же меня даже не остановил, не пошел со мной. Может, он и не любил меня никогда? Анька, да любил. Успокойся. Небось, сейчас волосы на себе рвет. Но он же не изверг. Ты ешь давай. Ешь. Но оступился. Но всяко бывает. Фигово ему, понимаешь? А ты жена. Понимать его должна за 10 лет супружества. Ну и простить. Засранца. А вот тут Танька не права. Приди-ка ты, наконец, в себя. Но оцени ты трезво ситуацию. Твоя болезнь – это не приговор. Еще не такое люди переживали. И ты переживешь. А вот семью надо беречь. Ничего себе! Целый день спала. Ну и отлично. Игорь, не звонил? Нет. Я знаю, что подумала. Может, я действительно погорячилась. Как-никак он мой самый близкий человек. Наконец-то у тебя мозги на место становятся. Это значит, ты не безнадежная. Так, ладно, давай вставай. Я там вкусности накупила. Пойдем-ка мы с тобой ужин готовить. Давай, давай. Представляешь, отправила Маке отвертку, а типография тормознула. Ты же документы не завизировала. Ёлки. Угу. Давай я сейчас подпишу все, что нужно. Нас все равно на неделю отодвинули. Фигово, конечно, что журнал выйдет с опозданием. Вообще, знаешь, Аня, может, правильнее было бы, если бы ты написала на меня доверенность. Просто, чтобы не было больше таких проколов. Ну-ка, попробуй. Не пересолила? Осторожно. Нет, в самый раз. Давай, продиктуй мне только что писать. А ты боишься, что сейчас не соображу. Хорошо. Угу. Так, пиши. Значит, генеральному директору журнала «ОНА»
Торопцевый, ГВ. От главного редактора. Кольцовой. А, подожди, ты же у нас по паспорту. Головина. Угу. Головиной, АС. Здесь заявление. Анька, ну, ты же понимаешь, что это формальность? Ну, конечно. Просто на время, пока все не устаканится. Да-да. Пора лекарства пить. Галь! Аня, все готово, иди есть. Алло, Галина Владимировна? А это Шашкова вас беспокоит. Скандал по Кольцову идет на спад. Мне не хватает материала. Не могу же я одно и то же в эфир давать. Может быть, что-нибудь новое подбросите? Ну, чтобы показать можно было. А, ну ты что тут застрял-то? Шашкова звонит. Ответишь? Что мне оставалось делать? Все равно рано или поздно все бы узнали. Это было дело лишь времени. А журнал бы закрыли. Тебе надо было исчезнуть, чтобы этого не произошло. Анька, ну я же на самом деле люблю тебя, ты же знаешь это. Просто сама бы ты никогда не ушла. Рефлексировала бы до последнего, пока все бы не обвалилось. Ты пойми, твоя репутация гробит журнал. А я слишком много в него вложила, чтобы этого не допустить. Нет, ну что? Я разве не права? Нет, ты подожди. Пока ты фестивалила по этим своим ток-шоу, этим конкурсам, я здесь лямку тяну. Я реально работала. Этот журнал для меня — это мой дом. Понимаешь, это моя семья. У меня ничего, кроме него, больше нет. Понимаешь это? Его бы тоже уже давно не было, если бы не я. Это я его спасала. Я его и сейчас спасу. Поняла? Все в порядке? Ты где? Я звоню тебе домой, Игорь что-то невнятное бормочет. Машунь, я ушла от него. Как? Почему? Лёшка! Тетя Аня! Привет! Привет! Привет, хулиган. Ты к нам? Да, поживу у вас немножко. Тетя Аня, а почему, когда ты ушла, мама чашку с блюдцем кипятила? Так, а мама тебе это как объяснила? Ну, сказала для дезинфекции, потому что можно заразиться. А это опасно. А что опасно? Ой, ты поцарапалась? Ерунда. Твоя любимая тетка нагрянет, будем ужинать. Я ее во дворе встретил. Да? А почему она к нам не зашла? Ну, наверное, у нее планы поменялись.
Ну и как-то понимать, я ведь тебя жду. Прости. Я просто подумала, что у вас и так маленькая квартира. Что я вас буду стеснять? А мне друзья позвонили, они на отдых уезжают, у них квартира освобождается. Только ключи нужно срочно забрать. Ты не беспокойся, Маш. У меня… Друзья половина города. Я всегда найду, где остановиться. Пап, позвони мне, пожалуйста, как устроишься, ладно? И если что, сразу ко мне. И ты мне не рассказала, что у вас там с Игорем произошло. Мы обязательно обо всем еще успеем поговорить, Маш. Лёшку береги. Мамуль! Мам, у тебя все в порядке? Да. Наверное. На ближайший. Есть купе. Будете брать? Отправление 22. Давайте. Поезд находится у платформы номер 6. Здравствуйте. 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 Давайте я вам помогу. Спасибо. А мы все гадали, кого нам Бог в попутчики пошлет. Принеси девушке чаю. Зачем же чаю? У меня кое-что на случай знакомства есть. Нет-нет, спасибо, я лучше чаю и спать. Очень устала, день тяжелый был. Ой, как я вас понимаю, я сама, когда устану, без снотворного заснуть не могу. Да, все в порядке. Ай, хотите таблеточку? Девушка, нет, спасибо. Ну. А, простите, можно? Угу. Да, конечно. А я пока за чайком схожу. Спасибо большое, что разбудили. Угу. До свидания. До свидания. Извините, вы не подскажете? Ой, вы не подскажете, где улица Осавиахима? Со станции выйдете направо до конца, а там спросите. Спасибо.
Можно? Здравствуйте. А вам кого? Здравствуйте. Я к бабке Степаниде. Можно ее увидеть? А бабушка умерла уже месяц как. Я ее внучка. А что у вас? ВИЧ. Мне говорили, она все болезни лечит, и смертельная тоже. Думала, может, она мне поможет. Да вы с виду вроде городская, слухом верите, как из глухой деревни. От вашей болезни только серьезные лекарства помогают. А бабушка она травками лечила, заговорами. А вы на чудо надеялись. Держи. Спасибо тебе, Любашечка. Здравствуйте. Здрасте. 200 грамм сервелата. Mm. И пол батона хлеба. Mm-hmm. И порежьте, пожалуйста. Если можно, еще воду минеральную негазированную. Mm-hmm. Со вчерашнего дня ничего не ела. Я, кажется, бумажник потеряла. Господи. У меня же там все документы были. Значит, не будете покупать? А, подождите, я обычно сдачу в карманы кладу. Может, есть что-то? Вот. Вон бутылка, подбери. А я вас как раз жду. Как там мой заказ? Собрала, Виктор Борисович, как договаривались. Пройдемте, пожалуйста. Одну секундочку. Вот сюда, все уже готово. Аккуратней. Я стараюсь. Ну что, как тачка? Ой, откуда ж такая красотища? Откуда, откуда? Батя не подарил. Я, правда, Порш хотел. Но он пообещал, что через год и Порш подарит, если это не раздолбая. Мы уже третий день отмечаем. Секунду. А сейчас мы в плюс поедем. Че, поехали с нами? Развлечемся? Не по-детски. Я только магазин закрою. Че? Да пошутил я. Размечталась уже. Смотри, какая телочка. Ща. Привет. Отдыхаешь? Может, познакомимся? Ты, я смотрю, не местная? Может, прокатимся вместе? Мы тебе город покажем. А? А тут сидишь одна, скучаешь. Извините, у меня другие планы.
Да ладно, чё, не трогайте меня. Я с вами никуда не поеду. Больно надо. У, Витёк, чё, она тебя отшила? Теряешь хватку? Баб надо жёстче укращать. Хочешь, покажу? Пошел ты. Ну-ка, вставай! Пустите! Помоги её машину затащить! Да помогите! Брыкается, сука! Люди! Так будешь орать, я тебе кулаком в рот! Помогите! Пустите меня! Да заткнись ты, сука! Пусти! На, поведешь. А? Пусти! Красавица! Ти! А? Пусти! Расслабься! Не надо, пожалуйста, помогите! А? Смотри, как она смешно дергается. Не трогай меня! Руки! Что-то слышишь? Побежали! Красоточка! Ты от нас не спрячешься! Иди ко мне! Сладкая! Не дрожи меня! Малышка! Ты все равно от нас не спрячешься! Что-то не видно ее. Зайка, ты где? Выходи давай! Слышишь ты? Меня это начинает напрягать! Ну ты достала, сука! Слышишь ты, коза? Не доводи меня! Выходи, лучше будет, тварь! Тварь, сука. Упустили, походу. Добегалась, тварь! Иди сюда! Не надо! Иди сюда! Не надо мне, Вить! Вить, слышал, может, это правда? Да что ты ее слышишь? Она помогите! Гонит! Помогите! 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 Громче ори! Ори! Давай! Ну, ори! Ау! Ай, сука! Тварь!
иди сюда. Эдик! Витя! Батя. Ну и чё, блин? Батя. Как ты нас нашел? Ребята доложили. Гуляете шумно. Вы чё, под кайфом, что ли? Так, что случилось? Да так. Да нормально все. Нормально, говоришь? Ну-ка. Это укус. И явно не собачий. Говори, что случилось. Я тебя спрашиваю! Это была его идея. Ну, с тёлкой с одной поигрались. Чё такого-то? С тёлкой? Ты тоже поиграл? Ну да, а чё? Вот серьги взял на память. Где она? Где она? Пришли, походу. Ну, кажется, это вот здесь было. Вот лощина, а вот дерево. Девка! Девка где? Не знаю. Сбежала, наверное. Я когда уходил, она в отключке была. А тебе она зачем? Значит так, слушайте меня внимательно. Если она на вас заявит, вы сядете оба и надолго, ясно? Мы за тебя твое дерьмо разгребать не будем, понял? Слышь, ты отпустил! Отпусти меня, я батя скажу! Да батя тебе! Первый бошку проломит, батя он скажет. Поэтому будьте искать, пока не найдете. Где мы ее искать-то будем? Может, она убежала вообще, или это вообще не то место? Эй, стоять! Пап, не трогай его! Иди отсюда! Я для вас стараюсь, придурок! А ты мне под руки лезешь! В тюрьме вам кранты, понял? Придурки! Мозгами, а не причинным местом! Думать надо было! Надо же было вляпаться в такое дерьмо! Чего ты разлегся? Вставай, пошли! Идиоты, а! И не отставай! Витя! Выходи! Пап, да она шлюха приезжая, такая в полицию не сунется. Свалит отсюда и все. А если нет? Вить, ну хватит тебе прятаться! А. Ладно. Будем надеяться, что где-нибудь в канаве сдохнет. А если нет, умолить, что вон номер не запомнила. Сергей, давай. Чтоб никому не вякли. Поехали. Драла попса. Мини-пластинку. Че тебе? Единое озеро, что ли, поставить? Твою мать.